стали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. Первый многозальный кинотеатр планируют открыть в Туве по федеральной программе кинофикации, сообщается на сайте Минкультуры страны. Для обеспечения доступа населения к разным направлениям искусства предлагаю включить Туву в федеральную программу кинофикации, обеспечив жителей современным многозальным кинотеатром. Такие слова министра культуры России Владимира Мединского приводятся со встречи с главой республики Шалбаном Караолом. Глава Тувы сообщил, что здание для кинотеатра уже предусмотрено и будет готово к открытию в ближайшее время. Он пригласил Мединского принять участие в церемонии открытия. Также Караол представил проект строительства первого в Туве многофункционального культурного центра. Это дворца молодежи, который будет включать музейную экспозицию Республиканского музея, стеллари, а также разнообразные творческие площадки. Глава Тувы прокомментировал эту встречу в своем блоге. Позади еще один день командировки. Министр транспорта Евгений Иванович Дитрих. Мы с ним согласовали целый ряд действий. Первое, самое главное, что в 2019 мы с ним достраиваем коммунальный мост до конца в городе Кызыле. От него четырехполосную дорогу. Республика участвует своими деньгами и помогает федерации для того, чтобы построить уже федеральные дороги. Передаем Эрзинскую дорогу на федеральный уровень. Это категорийность, это большая безопасность и деньги, которые сохранятся в республиканском фонде. Международный сектор, московский рейс и таможенный пункт Хандагай. Это вот направление Минтранс. С министром культуры был очень доброжелательный, хороший разговор. Самое главное, строительство Дворца молодежи в 2019-м достраивали. И два специализированных культурных центра строили. Резонансные аварии с участием автобуса в разных регионах страны стали поводом для новых требований к участникам рынка пассажирских перевозок. С этого года следить за режимом труда и отдыха шоферов начали на пригородных маршрутах. Все автобусы вместимостью больше 8 пассажиров перевозчики должны были оснастить тахографами. Здравствуйте, ГИБДД Кызыльский, инспектор Ожог, проверка документов. Практически ежедневно госавтоинспекция Кызыла и поселка Кахем совместно с сотрудниками транспортной инспекции проводят рейды, проверяют автобусы, в частности маршрутные такси, на наличие тахографов. Проводятся мероприятия совместно с транспортным надзором. Выявляем водителей, которые занимаются пассажироперевозкой между городом Кызыл и поселком Кахем. Проверяем на соответствие действующего законодательства. Автобусы, которые перевозят пассажиров, должны быть оборудованы контрольным устройством тахографов. Сегодняшняя проверка показала, что большинство водителей, собственников транспортных средств, не оборудованы контрольным устройством тахографов. Нежелание частных предпринимателей оснащать свои автобусы тахографами налицо. За час дежурства ни одной маршрутки не было установлено устройство. По словам сотрудников транспортной инспекции, процедура несложная. В городе Кызыле порядка 3, наверное, объектов, где устанавливают тахографы. Только нужно этим объектам заплатить, то они уже установят. Тахограф устанавливается один раз, но через каждые 3 года тахограф калибруется, и во время калибровки там есть блок СКЗИ, это средство криптозащиты информации, оно меняется. Там тоже стоимость, там цена имеется. Отметим, что за нарушение правил использования тахографа водителю грозит от 1000 до 3000 штрафа. В дальнейшем выпуск на линию без тахографа грозит штрафом от 5 до 10 тысяч. Сотрудники госавтоинспекции региона намерены и дальше продолжить работу, направленную на безопасность пассажирских перевозок. В Кызыле на остановке почта со стороны музыкально-драматического театра установлено электронное табло, на котором отражено прогнозируемое время прибытия общественного транспорта, проходящего через этот остановочный пункт. Работает она пока в тестовом режиме. Электронное табло предоставила компания по поставке и обслуживанию систем спутникового мониторинга транспорта ООО М2М «Восток». На табло высвечиваются маршруты, которые оборудованы навигационной системой ГЛОНАСС. Это 248 единиц транспорта марки «Газели» и 33. МУП «Кызылгортранс». Стоит отметить, табло имеет бронированное стекло, которое просто так не разобьешь. Как говорят сотрудники мэрии столицы, установка такого табло является одной из мер для организации улучшения работы пассажироперевоза Кызыла.
Ростатову сообщают, что в республике в 2018 году вырастили в 2,2 раза больше зерновых и зернобобовых, чем в 2017 году. Так, по состоянию на 1 ноября этого года в хозяйствах всех категорий региона намолочено более 8 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе, что в 2,2 раза больше, чем на 1 ноября прошлого года. Основная часть зерновых и зернобобовых культур выращена в сельскохозяйственных организациях. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 11,6 центнера с 1 гектара убранной площади. И о курсах валют: доллар стоит 65 рублей 85 копеек, евро 75 рублей 83 копейки. Куртки и пуховики от 3500 здесь, а Юнкур Сэди 96. С 23 ноября по 9 декабря на ярмарке Ермак. А Юнкур Сэди 96. Кызыл, встречай! Гибоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Компания «Вятская меха Белка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. С 25 ноября по 2 декабря в ЦУМе. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». В Барункемчикском районе сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 1486 литров спиртосодержащей жидкости. Так, ранним утром 21 ноября полиция Барункемчикского района на 92-м километре автодороги А-161 на мосту в местечке Малый Саян остановили автомашину марки Toyota Touareg Hiace с прицепом под управлением 40-летнего жителя села Кызылмажалок Барункемчикского района. Ночь с 20 на 21 ноября 2018 года около 5 часов утра в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на 92-м километре автодороги А-161 направление Макдоврак-Абакан был остановлен микроавтобус с прицепом. В ходе досмотра обнаружено изъято из незаконного оборота 296 пластиковых бутылок объемом 5 литров со спиртосодержащей жидкостью, в общем 1 тонна 480 литров. 12 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 литра, в общем 6 литров. И в качестве вещественного доказательства изъята автомашина марки Toyota Touareg Hiace вместе с прицепом. Часть изъятой спиртосодержащей жидкости направлена для исследования в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Тыва. В настоящее время проводится проверка в порядке статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По данному факту в полиции Барункемчикского района проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению принадлежности спиртосодержащей жидкости. Выслушать и помочь – вот в чем заключается работа Чагамы Дапай. Она клинический психолог Центра медицинской профилактики Тувы. В день принимает около 6 человек. Здравствуйте, проходите. У каждого свои проблемы и переживания, с которыми самостоятельно справиться сложно. Как говорит психолог, причин впасть в депрессию сегодня много. Чтобы избежать этого, необходимо для себя правильно расставить приоритеты. В первую очередь, что нужно делать, это нужно слышать свои желания. Потому что услышать и распознать желания и постараться их удовлетворить, и это первое правило, чему нужно следовать и чему нужно учить своих детей, себя и вообще свое ближайшее окружение. Потому что чем больше мы удовлетворяем свои желания, тем больше вероятность того, что мы будем чувствовать удовольствие и радость. И вот эти вот маленькие крупицы, когда мы создаем, у нас получается, вот, что называется, счастьем. Сегодня во Всероссийский день психолога она также ведет прием. Порой психологу выявить причину и дать точный диагноз намного сложнее, нежели другим врачам. Ведь главные показатели – не результаты определенных анализов. Тут материя намного сложнее. Это душевное переживание, которое зачастую скрыто глубоко в детстве. И это все связано с тем, что очень долгое время взрослые люди привыкли себя отказывать, привыкли давать все другим людям, и забывая при этом заботиться о себе. И когда они долгое время этим занимаются, у них накапливается недовольство и самим собой, жизнью, и это состояние приводит к тому, что они чувствуют себя недостаточно счастливыми и чувствуют, что
им хочется чего-то другого. Между тем, Чайгама Дапай признается, что в школе любила цифры и уравнения, да так, что серьезно задумывалась о карьере в пенсионном фонде, но вовремя поняла, что больше любит людей и общение с ними. И мне вообще нравится общаться с людьми, узнавать их, мне нравится узнавать их настоящих, узнавать их переживания, и если есть возможность и желание у клиента в полной мере достигнуть ему гармонии с самим собой. Как вариант, достаточно успешной в борьбе со стрессом и унынием психолог предлагает найти хобби, увлечение или заняться физической нагрузкой. Именно так она сама и поступает. Минимум 2 раза в неделю ходит в тренажерный зал. И прямыми руками. А Чайгаме Дапай Анатолий Бушманов, инструктор и одновременно коллега девушки, отзывается только положительно. Говорит, что в любой момент может к ней сходить за советом. Чайгану знаю как хорошего специалиста, как хорошего друга. Можно к ней просто прийти в кабинет и поговорить. Она даст какой-то совет, дельный совет. В коллектив Центра медпрофилактики региона Чайгама Дапай пришла 3 года назад. С улыбкой вспоминает Наталья Крюкова, медицинская сестра центра, тот момент, когда впервые увидела юную выпускницу Российского государственного университета имени Пирогова. Ну, первое впечатление, она была, кажется, такая молодая, ребенок, такая маленькая. А сейчас, грамотный специалист. Как специалист она грамотный. Грамотный специалист всегда очень умно все объяснит, расскажет по какой-то ситуации, даже вот если у нас что-то какие-то в коллективе там бывают ситуации. Сегодня в день своего профессионального праздника Чайгама Дапай также принимает пациентов, чтобы помочь каждому обрести гармонию в себе, душевное спокойствие. Говорит, универсальной методики волшебного рецепта от уныния депрессии нет. Но нуждающимся дала бы советы и продублировала бы замечательные слова американского лектора и писателя Дейла Карнеги: «Перестаньте беспокоиться и начните жить». В 2019 году для молодых оленеводов заработает Кочевой университет одноименный проект, который поможет молодежи коренных народов Арктики. Одновременно заниматься оленеводством и получать образование будет запущен в апреле будущего года. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации оленеводов мира Михаил Погодаев. Проект станет частью реализации декларации Арктического совета, которая была принята в Аляске весной 2017 года. Идею поддержали в марте этого года в Салехарде. По словам Михаила Погодаева, сейчас у молодого оленевода есть только 2 варианта жизненного пути. Это остаться в тундре без образования, перспектив, или уехать куда-то учиться и больше не вернуться на родину. Благодаря Кочевому университету будет создана система, при которой у него будет 3-й вариант заниматься оленеводством и одновременно иметь доступ к образовательным услугам, считает Погодаев. Курс организован на базе университета Норд в Норвегии. Для оленеводов обучение будет бесплатным. Покрыть расходы на проезд и проживание планируется за счет грантов и поддержки региональных властей. Количество мест ограничено, набор будет проходить по заявочному принципу. В итоге оленевод получит сертификат с баллами по европейской системе, который в дальнейшем сможет использовать при поступлении в вузы. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике ожидается перемена облачность, местами небольшой снег, ветер западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14. В Кызыле переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадка, ветер западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью -16, -18, днем -7, -9. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам. В новом номере еженедельника Тува ТВ-Инфо читайте. Дорога была белой, но только из-за снега. Подробности поездки журналистов Тувы в Москву.
Сразу все три поколения ансамбля «Тыва» вместе. Надо уберечь подростков от глупостей. Что делать, когда не платят зарплату? Кибермошенничество. Чем может обернуться хождение по тонкому льду? Гости студии радио «Голос Азии». Мертвая хватка самбистов. Пригласили гостей погулять, в итоге двое убитых. И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявления, то Тува ТВ-Инфо.